Что Украина относится к членству к Евросоюзу как подросток к курению. Мы пытаемся самовыразиться за счет возможной перспективы. И знаете, когда уже все бросают курить, мы только начинаем. Вот это приблизительно такое состояние. Но давайте посмотрим о этом решении британцев в нескольких плоскостях. Первое, это непосредственно сам United Kingdom. Тоже является союзом, и у них есть свой внутренний раскол. Что говорит нам Шотландия, да? Она вообще поднимает вопрос о том, что возможно вообще войти в Евросоюз как отдельное государство. Пока это, конечно, тоже невообразимый пока сценарий, но идеи такие запускаются. Премьер страны сегодня уже заявила о референдуме. То есть Британия как союз тоже сейчас стоит перед выбором, устоит, не устоит. Следующий момент, что действительно делать с этим решением, насколько его игнорировать или сразу, ведь Европейский Союз сиюминутно отреагировал, сказал не затягивать с решением, потому что мы понимаем, что тормозной путь решения еще по люфту, по времени есть, и многие аналитики говорят, что до 4 лет может еще пробиться. До 5, до 6 даже звучат такие мысли, можно это все затянуть. Тем более, да, Британия донор ЕС, один из основных игроков, это не просто там вопрос, как с Грецией, когда решался, да, что будет, как. Это сильный удар для Европейского Союза. Второй момент, как реагировать самому Европейскому Союзу. Континентальная часть остается нерушима. Им нужно стабилизировать сейчас. И сейчас все ресурсы будут направлены на то, чтобы отсечь все не нужно. А Украина как раз будет тем вопросом, который постарается отсечь. Вот об Украине я и хотел поговорить отдельно. Все-таки наша рубашка ближе к телу. Максимально, да? Украина в этой истории.